Милана любит танцевать, любит рисовать. Мы ходили в школу искусств, где она занималась рисованием. Сейчас также ходим в театральную студию. Так что растет будущая актриса, я думаю. Танцы и рисование. Естественно, розовый, наверное, как у всех девочек пока. Также белый, черный. Розовый, желтый, белый и черный. В картофель, макароны, без ничего. Макароны ни с чем, и картошку, пирожку. Либо визажист, либо мастер маникюра. Стюардесса или массажиста. Я думаю, день рождения, в первую очередь, Новый год, потому что ей дарят подарки. Это самое актуальное. День рождения. Потому что там весело. Потому что, во-первых, там весело. Во-вторых, там много детей, где они черпают друг от друга много полезной информации. В-третьих, там обучают. Там есть также различные кружки, где дети развиваются. Потому что там весело, и там кружки всякие, и они дают все интересное и полезное. Естественно, легко, но где-то нелегко, потому что сейчас современные дети, от современных детей мы много требуем, да, но все равно детство – это прекрасно. Да, потому что можно играть в игрушки. Мне нравится быть взрослой. Нет, потому что они ходят на работу, и им тяжело стоять на ногах целый день. Мне бы хотелось, чтобы на меня, но все говорят, что на папу. А сейчас уже с возрастом она меняется и уже похожа и на папу, и на маму. На папу. Кися, лапушка, кукушонок. Кися, манюня. Кукушонок.